Так, давайте возьмем нашего скорпиончика и пойдем, значит, на материнский корабль. Будем убивать вражеские танки. Так, идем, смотрим, кто у нас тут злодей первый. Опа, на, стреляем отравляющим ядом. Все, уничтожили врагов. У нас еще такой вот есть. Скорпионовский хвост. Опа! На, разрушили, представляешь? С первого раза. Дрон упал. На тебе. Эй, вонючка, держи. Отравляшку. Да. Надо стрелять отравляшками. Ну. Так, опа, 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 опа. Как тебя уничтожить? Ай, подожди. Отстань. Не знаю, как тебе. Надо в него вот-то стрельнуть. Но он слишком высоко находится. Блин, я его не могу задеть. Что делать? Давай встанем здесь на отступе. Опа! На! Есть, уничтожили. Так, следующие, ребят. Будем сейчас мы вас уничтожать. Так, там еще... А, всех уничтожили. Нет, тут летит еще один такой. Так, вот этого сверху тоже будем сейчас стрелять. Попробуем. Есть. Еще один. Да, два удара. Ё-моё! Так, созерцатель у нас. Сейчас попробуем. Подожди, мне подлечиться надо. Все, стреляем. Есть, попадание. Попадание. Еще. О, готово. Мы его уничтожили. Уничтожили созерцателя. Так, спасибо. За ремкомплект. Немножко подлечились. Сейчас пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри. Стреляем в него. Так, этот готов. Второй. Опа, все, отдыхай, дрончик. Так, вот и танки, смотри, а, жирненькие. Сейчас мы тебе... Опа, хвостиком своим. Жалом, да, этим хвостиком. Ну, как бы хвостик и жало тоже там есть. Так, 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 так. Отравляешь, вот это видишь, она еще какое время отравляет. Я не знаю, может это радиация. Потому что зеленый цвет обычно типа радиации, да? Зеленый типа. Во всех играх. Не знаю, как по-настоящему. Ну, как бы флуоресцентный такой вот светящийся цвет у него. Похоже, да, типа радиации. Даже в Симпсонах, в мультиках. Гомер сидел на заводе своим, работал. У него такая же тоже была желтая. Ну, на заводе у него. Помните, он когда начинается мультик, и там получается, он держал какой-то кристалл. Он такой же радиоактивный, зеленый, кажется, или желтый такой вот. Желто-зеленый. Так вот. Вот у меня такое чувство, что у вот этого, получается, скорпиона у нас тоже какая-то жидкость радиоактивная. Так, подлечиться надо, иначе я не дойду никуда. Ой, ремкомплект здесь не особо мощный, конечно. Ладно. Опа. Стреляем. Кстати, разработчики бы придумали, знаешь, когда у тебя здоровья мало у танка, и он как бы такой разрушенный становится, он разрушается. Было бы интересно. Так, ну меня сейчас прикончат, мне кажется. Сил уже нет. Все, уничтожили меня. Сколько мы заработали? 510 монеточек. Так, я хотел материнский корабль поиграть арахнидом. Давайте мы его прокачаем. Ага, денег нет. Так, ну хорошо, мы его прокачали. Пошли. Вот маленький арахнидик, который стреляет лазерами. Ох-ох-ох-ох-ох-ох, ребята. Посмотрим эффективность. Ну, неплохая эффективность все равно. За два выстрела. Круто. Прикольный арахнид. Оказывается, он достаточно-таки мощный танк. Быстро так бегает. Ну, это такой прародитель, как бы, скорпиончика. Потом придумают скорпион после арахнида.
разработчики. Но стрелять неудобно. Нужен постоянно какой-то выступ. Да. Так себе танк. Если поворачивалась бы у него вот эта вот штука, дуло, да, тогда было бы лучше, удобней. Смотри, где-то танки. А, вот. На, что тебе? Лазером. Хочешь, я тебя тоже лазером покормлю? Ага. У меня тоже как типа лазера, да? Бластер. Они же тут все на лазерах. Так, а ну кто у нас тут? Ух ты, повелитель. Давай, давай, давай. Сейчас я тебя лазером накормлю. Тыщ, 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 тыщ. Я топ. Оттыщкали мы его. Уровень пройден. Так, ремкомплект, спасибо. Угу. Вообще лучше надо... Видишь, мне удар взял, да? Надо было не удар брать, а... ремкомплект. Ну, посмотрим, как у меня удар, прокачанный или не прокачанный. Скорее всего, не прокачанный. Опа! Так, не знаю даже кого. Так, я тебя не могу. Давай этот волной. Волна помогла. Так, ух ты, вот попробуй еще попади в него, а. Так, вот это, смотри, меня преследует, гад. Есть, сбили мы дрона. Преследует меня. Так, вот тебя тоже. Ах ты, смотри, не могу я в тебя. Мне нужен выступ какой-то. Сейчас найдем. Все-таки Тесла здесь поинтереснее будет. Намного. Чем арахнит. О-о-о-о-о. Видишь, мне приходится отходить назад, чтобы найти этот выступ. И чтобы с помощью выступа мне встать вот так, таким макаром, чтобы их уничтожить. Ладно. Так, монетки. Монетки заберем. Так, вот идет танк. На тебе, сбили мы его. Так, вот смотри, дрон, да, сейчас назад возвращаться начнем. А как ты возвращаешься назад, если у тебя сопла двигателя горит в обратную сторону? Так, вот смотри, танки обычные, да, они тоже надоедают, но мне главное дронов убивать. Самые большие монеты дают из-за сбития дронов 20 монет, а за обычного танка на этой локации дают 7. 7 монеток. А за дрона 20. Это шикарно, 20 монет. Так, мне здесь неудобно вас уничтожать. Давайте как-нибудь подлить мне получше. О, дрончик, спасибо. Ох, нифига. У нас созерцатель, ребята. Ого. Так, надо встать как-нибудь аккуратненько. Вот здесь, например. Есть. Ну, созерцатель слабый. Слабенький, конечно. Но, возможно, в будущем разработчики это пофиксят. И созерцатель будет намного сильнее. Опа, я думал опять созерцатель, а? Или сразу два созерцателя, например, пускать. Как вариант. Ах ты, начинаешь с ними козявками достаться. На. Или еще, знаешь, придумали бы, что как-нибудь рандомно выпадывали из обычных танков прям комплекты. Тогда можно было намного далеко пройти. О, взорвали, видишь меня. Так, сколько монет? 600 монет заработали.